За добрые слова, Аркадий. Отвечу я плохим. Я буду про то, что Платон мне друг, но есть некоторые вещи, которые я считаю, их сейчас попробую высказать за эти 9-10 минут. Во-первых, я согласен с господином Чеботару, и я не считаю, несмотря на то, что сегодня действительно годовщина так называемой Второй Карабахской войны, я не считаю, что распад Советского Союза – это какая-то вселенская катастрофа. На фоне других распадов империй, распадов других империй, то, как это происходило и каким образом, распад Советского Союза прошел относительно мягко. Я еще раз, да, я это говорю в день годовщины Второй Карабахской войны. Я помню Первую Карабахскую войну. Эти войны являются, ну, феноменом, который вот был во время распада Советского Союза и следствием этого. Я это все понимаю. Я видел все войны постсоветские без исключения. И я говорю это, понимая, что, ну, например, если сравнивать с распадом Английской империи, ну, там, предположим, переселение между населением, этнический обмен между Индией и Пакистаном, которые тогда образовывались, это было самое большое этническое переселение в мире, по крайней мере, за новое время, там около 20 миллионов человек переселились. Ну, 7 населения моей страны. Разрушение там Отаманской империи было ознаменовано, опять же, массовыми переселениями, этническими чистками, даже геноцидами. Отголоски развала Австро-Венгерской империи существовали в Европе и являлись причиной очень серьезных конфликтов и так далее. Но говорить хочется не об этом. Да? Ну, распался так распался. Я хочу говорить о том, что мы имеем сейчас, через 30 лет. И говоря о том, что мы имеем, я буду говорить о своей стране, об Армении. Что произошло за эти 30 лет и как отражается ли Советский Союз на том, что мы имеем сейчас. Попробую, позволю себе метафору привести. Да, говорят, что про врачей, что болезнь надо лечить примерно столько же времени, сколько она зарождалась. Не знаю, верно ли это по отношению к медицине, но понятно, что остатки того, что существовало 70 лет, они есть. И они, например, в том, что вот сижу здесь я, человек, первые 30 лет своей жизни, примерно 30, чуть побольше, прожил в Советском Союзе. И таких людей старшего поколения в Армении много. И очень многие вещи от Советского Союза, они, конечно, живы. С другой стороны, есть много вещей, которые в Армении живы от Российской империи. Там есть города целые, которые застроены, центры которых застроены во время Российской империи. И вот эта вот архитектура, она осталась. Осталось что-то от Персии. В центре города, в котором я живу, и в котором почти нет мусульман вообще, стоит прекрасная, очень красивая мечеть 18 века, которая была построена в Персии. Да, и это часть Еревана, часть ереванского наследия. Ну и так далее. Но если говорить о живой реальности, то давайте я попробую разделить, да, экономику, политику, и культуру. В экономике, я думаю, в Армении от Советского Союза не осталось ничего или почти ничего. Этому помогла очень рано проведенная реформа. В Армении это было рано, в 90-м году, в 90-91-м, еще Советский Союз не успел распасться, а реформа была проведена. И, как ни странно, война. Война привела к блокаде, к энергетическому кризису. Газопроводы, нефтепроводы шли из Азербайджана, по понятным причинам это все было обрезано тут же, да, в одночасье. И в Грузии тоже бушевали войны, и то, что шло из России, дороги, имеются в виду, железные дороги, она до сих пор закрыта через Абхазию. А какое-то время были закрыты дороги и автомобильные из-за
осетинского кризиса, ну и так далее. Вот это привело к коллапсу экономики, и экономика советского типа, она просто умерла. Сразу и, повторюсь, в одночасье. Это привело к страшным трагедиям. Было, уехало из страны тогда порядка четверти страны. Так случилось, что Армения была очень такой техноемкой и наукоемкой республики. Республикой это все было в рамках советской экономики, в основном ВПК. И сейчас, когда ты едешь из Еревана, например, на север, там километров 60, нанизанные друг на друга моногорода. Города, которые были частью вот этой вот промышленности ВПК, в которых была электроника, в которых было там заводы по изготовлению всякого рода вооружений. Все это было очень здорово, но это умерло сразу. И я не говорю о том, хорошо или плохо, я просто говорю, что это умерло, и тот тип экономики, которая сейчас в Армении, это нормальная экономика, ну, относительно развитой страны третьего мира. Это туризм, это сельское хозяйство, это переработка продукции сельского хозяйства, пищевая промышленность, это строительство, это IT. Но IT это тоже скорее по типу Индии, а не Бельгии, скажем, да. Это различного вида толлинги и так далее. То есть это экономика, которая к той экономике, которая была во время Советского Союза, не имеет почти никакого отношения. То умерло советское наследие, его почти нигде в структуре экономики не осталось. Все строилось заново, да. В этом смысле, я думаю, чуть-чуть на общесоветский уровень перейду. Мне кажется, что больше советского осталось в странах, в которых есть энергоресурсы. В них элементы советской экономики удалось оставить. Нас, армян, Господь любит, Он нас миловал, поэтому нефти в Армении нет, и газа тоже. И в этом смысле все происходит по-другому, хотя, конечно, очень многие мои соотечественники со мной бы не согласились и сказали бы, что если бы немножко нефти было бы лучше, а не хуже. Но я говорю о том, что я думаю. Да. В культуре, в старших поколениях много чего осталось, конечно. Но в молодых поколениях уже совсем не так. Вот ты говорила о своей дочери, что она знает, и говорила о том, что все мы знаем эту фразу господина Путина о том, что это самая большая трагедия 20 века. Вот все мы знаем, а если молодым жителям Армении эту фразу говорить, я сомневаюсь, что они знают, кто ее сказал. И опять же, не потому, что это кто-то плохой или хороший, а потому, что это другая страна и другая реальность. Люди просто не поймут, почему самая большая для армян другая трагедия – это самой важной трагедией 20 века. А на мировом уровне, ну, были другие вещи. Да, люди просто, молодые люди просто не поймут и не узнают, по крайней мере, в своем большинстве. Я, знаете ли, преподаю, и поначалу, первое там десятилетие, может быть, полтора, два, не помню, после распада Советского Союза, преподавая, я приводил студентам всякие метафоры, примеры из советских фильмов, из советских анекдотов, из каких-то советских книжек. Перестал сейчас. Они не понимают, что я говорю. Советских фильмов они не видели, советских книжек они не читали. Читали и видели что-то другое. А метафоры из того, что они смотрят и читают, я приводить не могу. Соответственно, это другая реальность. Она постепенно уходит и уйдет. Кто-то из великих англичан, не буду врать, не помню кто, говорил, что Британская империя умрет тогда, когда умрет последний человек, родившийся в этой империи. Ну, что-то в этом есть, наверное. Она уходит в историю. Вот многие здесь говорили, мои коллеги, о том, что вот там было что-то хорошо, что-то правильно, что мы стоим на этой основе. Ну, наверное, спорить не буду. Мы на многих основах стоим. Да? Армения была в составе очень многих империй. Что-то осталось от эллинизма, что-то осталось от Рима, что-то осталось от Византии. Ну и окей. Да? Ну, нет уже ни Рима, ни Византии, нет уже Советского Союза. Он ушел. А что касается политики. В политике, конечно, советское влияние ощущается.
До сегодняшнего дня в Армении в политике участвуют люди, которым не 5 лет, не 10 и не 15, да, а им, ну, хотя бы за 40. Эти люди родились в Советском Союзе, эти люди помнят что-то из Советского Союза. У них есть части их личных биографий, которые проходили в Советском Союзе. Многое является наследием вот этого советского, а многое является наследием просто того, что демократию, там какой-то менеджмент, управленческие всякие практики приходится строить с нуля, их же не было. В советское время не было ничего подобного, надо все изобретать заново. И это происходит, и там происходят сбои. И такие вещи, как коррупция, как непотизм, как местничество, они были в Советском Союзе, они есть сейчас. Но я просто думаю, что они шире, чем Советский Союз. Они были не только в Советском Союзе, они и в Нигерии есть, и в Ливане есть, и в Греции есть, и там, я не знаю, еще где-то в странах, которые не имеют советского прошлого. То есть вот есть проблемы, которые мы принимаем как проблемы советские, а они на самом деле гораздо более широкая вещь. Таким образом, если отвечать на вопрос вот напрямую, я бы сказал, что я вижу не акт, а процесс. Мне совершенно очевидно, что Советский Союз уходит из сознания людей. Он останется в исторических книжках. Он останется в каких-то некоторых элементах культуры, да, ну, там, я не знаю, ну, наверное, борщ и оливье останутся как часть армянской национальной кухни. И это касается многих вещей, которые есть, ну, элементы культуры, да, но что по-серьезному останутся те механизмы, которые работали в Советском Союзе, я совершенно так не думаю. И вот, что я тебе обещал с самого начала, что отплачу тебе черной неблагодарностью. Ты говорил, что вот с 17 по 47 год изменилось все чрезвычайно сильно. Вот я думаю, что за эти 30 лет тоже изменилось все чрезвычайно сильно. Ну, хотя бы потому, что придумать большую разницу в устройстве обществ и государств, чем между Туркменией и Эстонией, я просто не могу. А обе страны ведь постсоветские. Вот где они были и куда они пришли? Они пришли в такие разные места. Ведь из советского можно уходить не только в прогресс. Очень многие говорят, мы не стали Европой, мы не стали там, я не знаю, самой развитой частью мира. А я все время говорю, а почему мы, собственно говоря, должны были ими стать? Из Советского Союза ведь можно уйти в архаику тоже. В разные стороны можно уходить, но уходить все уходят. Все уходят по-разному. Повторюсь, те, у кого есть энергоресурсы, там остаются многие элементы советской экономики, а соответственно многие элементы советского. А где нет, вижу часы, там вот где спасайся, кто может, там оно происходит по-другому. И я думаю, что процесс идет в том направлении, что оно все больше и больше отбирает. Спасибо. Знаешь, Аркадий, ну вот мне этот вопрос, направленный одновременно к нам ко всем, напоминает. Ну, не напоминает, а вот представь себе, что ты сидишь не сейчас, а, ну, я не знаю, лет 40-50 назад, и задаешь вопрос людям, гражданам стран, которые получаются из распадающейся Британской империи, и задаешь вопрос, а как вы будете жить через 30 лет одновременно сингапурцу и зимбабвийцу, точнее тогда родезийцу, да, по-разному мы будем жить. Сильно по-разному. А Советский Союз распался, и одним из признаков этого распада является безумное разнообразие путей, которыми пойдут эти страны, что очень естественно. Они находятся в разных местах географически, они находятся в разных местах этнокультурно, они находятся в разных местах геополитически, как угодно. Да? Обычно, когда говорят, что
вот бывший Советский Союз, он объединяется географически, но не географически, он не един. Вот я спорю даже с этим. Географически между, условно, да, Ереваном и Владивостоком нет ничего общего. Это совершенно разные регионы мира, они на противоположном конце земного шара находятся. Поэтому развиваться мы будем по-разному. И страны будут развиваться по-разному. И что это будет какое-то одно пространство, и что в нем люди будут чувствовать себя, ощущать свое общее уже на уровне моих, скажем, внуков, и уж точно думаю, продуков, я практически уверен, что так не будет. Они просто не будут знать, какие страны входили в Советский Союз, какие нет. А зачем, собственно говоря, это знание нужно кому-то, кроме историков. Если говорить о моей стране, то она будет пытаться идти по тому пути, который принято называть европейским. Уже понятно, что что-то похожее на жесткие диктатуры, которые существуют в странах бывшего Советского Союза, тоже много где, в Армении вряд ли возможно. С другой стороны, понятно, что для того, чтобы построить работающую систему демократического управления, не 3 года, не 30 лет, не 50 лет недостаточно. Сами западные страны, которые строили вот то, что потом сейчас мы видим, они это делали столетиями иногда. Да? Первый акт, который можно считать путем к демократии в Великобритании, одной из родин, да, демократического типа управления, это 1215 год, Магна Карта. Демократией Англия, Великобритания стала вот в нашем понимании этого дела где-то в первой половине 20 века. Вот я не говорю, что нам тоже надо 800 лет. Нет, наверное, сейчас время более уплотнено, но не 20. Что касается какого-то там единства, ну, уже сейчас мы это видим. Ну, наши лидеры в следующем поколении, причем поколение я не имею в виду 40 лет, поколение я имею в виду там 10 лет, когда следующие придут к власти, да просто вот как вы говорите демографически, они будут говорить через переводчиков или по-английски. Это же уже вот реальность, которая приходит. Проблема моей страны в географии. Есть такая, ну вот, армянская ментальная география от армянской, если позволю, географической географии отличается. Ментально, если спрашивать армянина, где он живет, кем он является за пределами национальной идентичности, он скажет в Европе. Он скажет, что мы там нация, которая, ну или европейская нация, или которая стремится к тому, чтобы жить так, как живут европейские нации. Да, если греки – это европейцы, если португальцы – это европейцы, если румыны – это европейцы, почему не мы? А географически у нас, вот и нам недавно напомнили, спасибо киргизскому коллеге, который вспомнил о том, что было в начале 90-х, но вот нам совсем недавно, год назад ровно, напомнили, где мы находимся. И это похоже на Израиль, который, конечно, является государством в огромной степени, я бы сказал, принадлежным. Это даже называется иудео-христианская цивилизация, но географически он находится вот там, где он находится. Ему для этого приходится переносить очень много сложностей, в частности, иметь там очень сильную армию, в частности, многое класть на алтарь того, чтобы быть в безопасности и так далее. Я отнюдь не сравниваю Армению с Израилем. Я говорю, что вызовы такие же. Получится или не получится, и этого мне знать нельзя. Не могу знать. Да, может получиться, может нет. На одного там, я не знаю, Ли Куан Ю, существует сотни всяких ужасных диктаторов и лидеров, у которых вообще ничего не получается. Да? Но путь, который нужно пройти, путь, который осознает моя страна и на уровне интеллектуалов, и на уровне населения, и на уровне каких-то молодых людей, это именно этот путь. Мы должны построить страну, которая сможет вот обладать
вот этим вот всем, ни о каком восстановлении, я не знаю, будь то Древнего Рима или Советского Союза, речи по-серьезному идти, я думаю, что не может. И поэтому вот я не знаю, будет ли через 20 лет существовать Евросоюз, не знаю. Я не знаю, будет существовать СНГ. СНГ вообще, по-моему, совершенно никому не мешает, оно может еще 300 лет существовать, а что, собственно говоря. Но это не важно все. Речь идет о гораздо более тектонических и важных процессах, о процессах строительства национальных государств на обломках империи, которая распалась на нашей памяти. И мы будем, мы армяне в том числе, и не только мы будем по этому пути идти, а получится или нет, посмотрим.